пересаживаем черную смородину. Почему это сделать лучше осенью? Если вы правильно пересадите осенью куст черной смородины на новое место, то значительно увеличите урожай вкусных и полезных ягод. Для чего нужна пересадка? Куст смородины обычно плодоносит не менее 10 лет, а то и более. Но с каждым годом растение вместе с ягодами и ветками поглощает большое количество питательных веществ. В результате почва истощается, а ягодки мельчают или исчезают совсем. Поэтому пересадка – отличный способ увеличения плодоношения смородины. Смородина – неприхотливый кустарник, быстро и хорошо приживается, но для этого куст необходимо пересадить правильно. Черная смородина предпочитает солнечные участки. Растение, конечно, можно разместить и в полутени, но тогда урожай будет не очень обильным. Расстояние между кустами черной смородины зависит от сорта, плодородия почвы и освещения. Обычно оно должно быть от 1 метра до 1,5 метров. Для посадки готовим яму диаметром не менее 50 см и глубиной 30-40 см. Заполняем ее на 2/3 удобрением, перемешанным с землей. Перегной смешиваем с суперфосфатом и небольшим количеством древесной золы. Сажаем черную смородину в наклонном положении. При такой посадке куст лучше укореняется и становится более раскидистым. Хорошо утрамбовываем грунт, расположенный вокруг высаженного кустарника, и обильно поливаем. Затем мульчируем почву под кустами и вокруг них соломой или скошенной травой или специальными материалами. Хороших вам урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.